Прием-прием, друзья! На связи Шедимен и, конечно же, Леди Леска. Всем привет! Сегодня в Майнкрафте мы с Леской будем проводить интереснейший эксперимент. Мы попробуем скрафтить синего из Rainbow Friends, либо же из радужных друзей из Роблокса. Кстати, на наших вторых каналах мы уже не раз проходили с Леской и с Нубиком эту игру, и получилось просто безумно круто, так что обязательно не забудь перейти на наши вторые каналы. Так вот, что же нам сегодня нужно делать для того, чтобы скрафтить того самого синего? Да просто выложить рецепт, и все будет готово. Чтобы это точно получилось, просто не ленись и поставь прямо сейчас лайк под этим роликом. И маленький для тебя тест. Напиши в комментариях, сколько будет 77 плюс 33, потому что я видел, реально много людей в этом примере делают почему-то ошибки. И жми на кнопку подписаться. Ну что, Леска, ты готова начинать крафтить сегодня нашего... Да, конечно. Крутого синего. Ну что, Леска, давай, короче. Леска, смотри. Здесь у нас с тобой подготовлено все для того, чтобы нужно скрафтить того самого синего. Короче, как ты помнишь, у него вместо глаз такие пуговки находятся. И нам главное пуговка. В рецепте в крафте положить все ровно так же. Короче, давай я кладу, получается, все, что касается его цвета синего-желтого, а ты кладешь пуговки на рецепте крафта. Ну, у меня все просто, а вот тебе сейчас нужно будет, короче, положить все прям ровно один в один, как там. Так, смотри, ну, по всё, сути... слева получается более а, ну вот, такой, я поняла. Да, просто зеркальный делай, и все получается. Слева большой глаз, а справа пуговка такая конкретная с плюсиком. Вот такое. Да, все. Короче, а теперь самый неистовый, вернее, момент. Во-первых, нам с тобой нужно получить модельку, и по сути крафт уже готов. Смотри, если я сейчас нажму на эту кнопку, так. Мы с тобой, во-первых, получим ты, вот такую синюю хочу. Модельку. Она выглядит прям очень круто. Смотри, держи ее. Ой, спасибо. С этой синей моделькой нам с тобой классная. Нужно сейчас будет кое-что еще сделать. Смотри, что именно нужно будет сделать. Во-первых, сейчас мы с тобой замкнем вот эту цепь. Нам нужно сейчас сделать так, чтобы вот эта цепочка на все время мерцала. Смотри, это делается очень просто. Опа, и все готово, как ты видишь, все начинает мерцать. Давай даже вот этот редстоун отсюда тоже уберем. Пока что я вот сюда вот все это дело отложу. И последняя леска, последняя, смотри. Сейчас получается, я кидаю 4 дымовухи, а ты на центр просто скидываешь этого синего. И потом появится звук, как будто бы трансформер такой появляется. Это значит, что эксперимент начался. А, слушай. Ты прям там будешь стоять. Ты, если что, это, сундук-то заготовила? Сундук, в который можно будет превращаться. Да. Все, кидай. Отлично, все, отбегаем. Побежали. Ой-ой-ой, давай, есть. Пока что бежим. Пока что бежим. Да, давай сюда вот. А, ты туда, что ли? Я к тебе. А еду. я сюда. Пошло. Так, тихо, погоди. Звука синего пока не было. Так. Что? О! Слышала! Шеди, там он есть! Ой, Леска, превращайся в сундук, скорей! Превращаюсь! Я сундук! Быстрее, Леска, ты тут! Я сундук! Ой, он тебя ударить успел даже, Леска, ну ты побыстрее, он же это... Да блин, вообще жесть какая-то, Шеди! Ты понимаешь, что он, если у нас сундуков на голове нет, то он нас будет... Да, конечно! О, смотри, он рядом ходит такой... Ко мне идет. Слушай, офигеть, смотри, какой он прикольный получился. Как он быстро нас с тобой почуял, да? Да, конечно, ты что думала? Как только мы с тобой без сундуков, он сразу нас замечает. Ушел куда-то, слушай. Сейчас пускай уходит, и мы с тобой сундуки эти снимем с головы. Все, давай снимать он сундуки. Он в амбар ушел. Отлично, ну и пускай ушел. Так, давай цепочку сейчас мы эту с тобой выключим, все. Слушай, мы ж с тобой чего? Забыли предупредить жителей то, что у нас эксперимент сегодня. Ой, опять напугаются. Пошли бедолаги. Скорее, пока что этот синий пошли. В ангаре, мы сейчас предупредим всех жителей. Ага. Так, он, смотри. Чтобы он нас не увидел. Я побегу в сторону, я, короче, налево побегу, ты беги в правую поняла, сторону, я посмотрим, справа, кто справа. Где есть. Жители, быстрее, прячьтесь все, срочно. Мы забыли вас предупредить, у нас сейчас эксперимент жители! Будет проводиться. Быстрее, прячьтесь. Не пугайтесь, эксперимент сегодня с синим будем делать. Вы где? Жители. Ты никого не нашла, я тоже никого не вижу. Пока не вижу никого, слушай. А где они? Слушай, вообще никого нет, реально. Они же не могли себе в кузницу залезть. Странное дело. О, Леска, иди сюда-ка. Погоди, ты что так нанят почему-то? Слушай, а тут... О, иди сюда, смотри, тут что-то стена пододвинулась в доме почему-то. Что это такое? О, а что полдома-то, куда это все делось? Кажется, это Шеди с Леской. Это мы! Это мы! Вы что тут сделали? О, хорошо, что это вы. Прыгайте в колодец, вы там дверь увидите, и вы окажетесь с этой стороны. Хорошо, идем. Нифига себе. Я еще смотрю, там одного этого нет, камня прям, смотри. А, полублок. Слушай, это специально, чтобы вылезти можно было. Так, пойдем, спускаемся. Нам вот сюда. Вот это да. Заходи. Нифига, они тут выкопали такую нормальную штуку. Слушай, это они... Тоннель целый. Почему они так успели подготовиться-то? А не знаем. Ого, здравствуйте. А что это у вас тут такое? Да мы уже давно готовили, как бы у нас были эти стекла.
А как звуки этого синего услышали, так мы сразу поняли все, что это. Вы какие-то эксперименты начали. Ой, кажется, этот синий сюда приближается. Да, это точно, вы поняли. Только не шумите. Да это не поможет, шуметь можно. У вас коробки есть? А у них коробок-то и нет. У нас нет коробок. Но зато стекло вот такое вот есть. Он же нас с той стороны не увидит. А, ну да. Ай, вы, они и окна поменяли. Лиск, он идет. О, тихо. Вот сейчас и проверим. Капец. Слушай, это было напряжённо. Это было напряжённо, но по сути, знаешь, коробок тут, вернее, тут людей нет, он ни на что не обратит внимания. Что-то он здесь почему-то застрял. Кажется, он нас не заметил. Кажется, нет. Ух, ну хорошо, что не заметил, а то прикиньте, а что если бы все дома сделать в виде коробок и сундуков? Он вообще не будет внимания обращать? Ладно. Леска! Так он сейчас дальше побежит, там, туда-сюда. Слушай, пошли скорее, мы никто. Все, жители, сидите, не выходите. Мы это, все нормально будет, короче. Пошли быстрее на улицу, выйдем, я сейчас капитану по-быстрому позвоню. Так, да я прямо сейчас буду набирать. Так, давай, давай. Че он там делает? Так, побежали пока в сторону полицейского участка, пока он. Ага, давай, бегу. Че, прям пешком, что ли, так? Да, конечно, я думаю, что так быстрее будет. Пока что до машины добежим, еще время пройдет. Да че он трубку-то не берет? Да что там уже случиться могло, а? Алло, да, я слушаю. О, наконец. Капитан, без лишних вопросов, просто берите и прячьтесь туда, куда у вас есть вообще место в полицейском участке, понятно? Ну, так-то понятно, ладно, давай, сейчас я спрячусь. Ха. У нас уже все натренированные. Пошли, да, все уже, ну я же говорю, лишних вопросов, чтобы не задавали, а то знаешь, сейчас еще пока что он там спросит, что, куда, почему, этот синий уже окажется там, и все, капитану не жить просто. Фух, ладно, пойдем. Успели, главное, успели предупредить. Да. Интересно посмотреть, куда они спрячутся только. У них особо места нет там в департаменте-то. Это точно. Так, слушай, я так бегу открыто, а надо посмотреть, главное, чтобы синего-то не было. Походу, его и нет. Слушай, по-моему, нет. Так, куда они могли спрятаться? Под лестницу сюда, либо не знаю, под столы куда-нибудь, что ли? Может, на втором этаже где-нибудь? Так, ну тут реально никого нет, кстати. Хм, они реально спрятаться успели, ты видела? Я только позвонила, а они уже ушли. Да, их быстро. Странно, нифига себе, у них что получается? Слушай, а вдруг они наружу где-нибудь? Да нет. У них что, место что ли какое-то? О, Леска. Это что с капитаном? В смысле, это смотри. Не капитан, ты что, это бомжара какая-то? Шиди, я сзади, возле этого, возле лавки, иди в стенку упрись, у нас тут проход. Ой, это по моей части, Шиди, подожди. Давай. Ты куда тут идти? Возле лавки, вот здесь. О, капитан, нифига, капитан, Людочка! Нифига себе, а что это Здравствуйте. Такое? Здравствуйте! Это специальная комната, но чтобы потом следить можно за преступниками. Типа они думают, что камер нет, и начинают сбегать. Живу а себе. Тут ты сидишь и видишь сам все. А что это за звук такой? А это, кстати, причина, по которой мы говорили вам это, спрятаться как можно скорее. Это этот синий. Из радужных друзей, что ли? Да, о! Ой-ой-ой. Нифига, я вчера только играл в них. Че, играете, что ли? Че себе, вы че, правда играете? Ну, конечно. Я думал, вы же старый какой-то стали. Ищет, ищет, что-то ходит, чует, что-то сейчас ходит. Он там. А, там же а этот того лежит! Чувака съест. Капитан, а кто там? Да это бомж, беспредельщик какой-то. Его не жалко. Хулиган? Да как не жалко? Человек же как-никак. Смотри, что он с ним сделал, как обычно. Ё-моё. Глаза пуговки так. Уходит. Фу, капитан, Шаги, у вас коробки-то есть? Коробки нет, сундуки есть. Ну, сундуки, кстати, работают тоже. Ладно, мы дальше побежали. В больницу, получается, что ли? Да, давай в больницу. Побежали, я сейчас попробую позвонить им, конечно, сейчас. Пошли, пошли, что-то ветер где-то дует прям такой сильный, Леска, не у тебя? Было, было, я... Нет, я капитана закрывала, потому пошли, что... Пошлите, а что там закрывать, там стена невидимая. Да я ему стул еще подставила, там... Сейчас снова прям сильно дует, конечно. Так, пошли, короче, быстрее. Я бегу, бегу, я бегу. Чё, трубку никто не берет? Да все, капец, неужели здесь-то опоздали, а? Резко, что-то фигня какая-то. Ты скинул, что ли? Я, в смысле, так не берет трубку никто. Я звонил, звонил, трубку никто не берет. Может, у них опять там линия занята просто? Что там такое? Что такое? Там почему-то окно заставлено чем-то шкафом, что ли? Я не знаю. Походу, да. А что, дверь открыта, погоди? Нет никого. Он тут, что ли? Так, эй! Может, коробку надеть? Есть помещение? Кто живой? Шеди, мы тут! За дверью. А вы что спрятались-то? Вам сказали, что ли? Ну да, мы эти звуки услышали.
Мы видели этот синий, тот прибегал неподалеку. А, нифига, слушайте, так вам это повезло. Значит, опередил нас. То, что это, он опередил, да, действительно, нас опередил, получается. Дайте-ка я вот так вот даже наоборот поставлю. Ладно. Ну все, а то мы звоним, думаем это. Идет. Ой-ой-ой. Думали, типа, не успели вас предупредить. Вы, кстати, не знаете, Леск, слушай, а как мы будем назад его, типа, как его угомонить-то вообще, я вот думаю. Кстати, не знаю, как его ловить вообще. Он вот в окне здесь стоит. Ловушку может строить какой-то. Да ладно, ты чего? Ушел. А, он в больницу заходит. Ё-моё, ребят, он же как-то сдвинет, он же мощный. У вас коробки есть? Не, коробок вообще нет никаких. Надеюсь, он уйдет. Сейчас, смотри, он стоит прям перед нами здесь. Ты видишь, да? Да. Ну вот он прям тут это, насквозь аж пролез. Уходит, уходит, уходит. Уходит. Так, уходи, ладно. Уходи давай. Пошли, Леск, короче, пошли, выходим пока. Ладно, сидите здесь, мы пока что что-нибудь придумаем. Если идея появится, звоните. Все. Так, пошли. Слушай, а может сверху посмотрим? Пошли, да, на крышу залезем. С крыши будет видно, куда он пошел. Слушай, мне знаешь, что идея какая появилась? Как? Тимка, он, короче, шарит в этих радужных друзьях. Он уже, не знаю, у него там ранг ветеран 99 уже. Он 99 раз Rainbow Friends прошел. Может, ему позвонить, может, у него идеи какие-то будут, как можно справиться вообще ну, с ним. Давай, давай. Давай-ка попробуем. Думаешь, так, ну-ка. Алло, да, Шэдди. О, Тимка, хоть ты трубку сразу берешь. Слушай, Тимка, привет. Мы тут, короче, с Леской крафтили синего. Вот, и тут такое дело, то, что мы скрафтить-то скрафтили, а как его назад угомонить, не знаем. О, я сейчас приеду, я посмотрю. Подожди, не надо ехать, потом видеоролики посмотришь. Ты скажи, что лучше, что делать, мы тут все попрятались, не знаем, что вообще это. Что предпринять? Ну, есть у меня одна идейка. Короче, помнишь, если Rainbow Friends 2 проходишь, он там в конце на таком троне сидит и типа уснул. Так вот попробуйте, если у вас синяя шерсть есть, постройте такой трон. И может быть он сядет и уснет. Слушай, офигенная идея, кстати, реально. Спасибо, Тимка, все, до связи тогда. Да не за что, обращайтесь. Офигеть, слушай, мне вообще в голову даже это не пришло. Пойдем, побежали, что ли? Что, на этом вертолете одно место, да, только? А тут он. А он у них тут, видимо, без топлива стоит. Ладно, что уж делать-то? Побежали, получается. Но тут, кстати, вот сейчас нам бы действительно, если бы мы на чем-то ехали, было бы, конечно, намного-намного лучше. Ну, ладно. Сейчас главное, чтобы он. Слушай, а как нам его отследить? Где он вообще интересно? Я не знаю, давай будем слушать. Давай будем слушать. Да, если давай. Если звуки слышим, значит он где-то рядом с нами. И сразу на себя коробку надеваем. Вот. О, да, надевай коробку, надевай коробку. Так, опа. Ты знаешь, что подумал? А кто нам мешает в этой коробке до конца деревни идти? О, где? О, нифига. Сбоку к тебе подошел прям, да, давай до коробки. Он что, за нами что ли? Давай, побежали, короче. Сундук. Реально бежит? Смотри, бежит, реально. А что будет, если мы замрем просто? Ну-ка, замри. Он бежит к нашим домам? А нет, смотри. Он что-то учуял, что он как этот, мы... как бирюзовый ходит, смотри. Да. Типа, как он нас видит вообще? Мы побежали, побежали за ним. Бежит вперед, короче, смотри, что делает. Ладно. Слушай, давай подождем, пускай он уйдет совсем куда-нибудь. Давай, а если мы потеряем, давай за холмом уйдем, спрячемся, он уйдет, короче, куда-нибудь. Че он смотрит-то? У тебя дома-то, кстати, у тебя шерсть есть? У меня синей шерсти ничего нет такого. Не, у меня есть, есть, я же слышала секрет. Есть? А, да? Да, да, да. Офигеть, все, тогда все окей. Что такое-то? Побежали, что, он пропал? Смотрит там. Же он ушел куда-то? Да куда-то влево ушел, я больше. Ну все, давай, ты в этом сундуке сидите, это вообще духота какая-то. Побежали скорей. Ха, ладно. Нормальный сундук. Слушай, а что было бы, если бы мы ехали на машине, он бы нас увидел, получается, сразу или как? Слушай, наверное, да, это же все-таки не помещение. Это было бы очень жестко, как по мне. И так, Саша, подбегаем к твоему дому. Давай. Я там в сундуке. Где у тебя там в сундуке? Иди показывай тогда, давай. Ты где? Давай, иду, иду. Я бегу за холм. Так, давай, я пока буду смотреть, короче, по сторонам, чтобы его нигде не было здесь. Давай. Если что, сразу забегай, так я пошла, короче, брать. Сейчас все, беру все, что мне есть. Слушай, что звуки слышу? Оу! Сундук! Ты живой? Успел, 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 успел! Не выходи, не выходи пока, он тут возле твоего дома ходит. Возле твоего дома ходит. Капец! Я в сундуке! Тут можно еще не успеть. Леск, он в твой дом заходит! Оу! Тихо, спокойно, в твой дом. Да. Капец, вот это... он сквозь меня. Успел, успел, повезло, повезло. Слушай, я еще, у меня тут кресла-то синенькие есть, я еще их взяла. Ага, о, отлично, отлично, он на них сядет. На курицу смотрит что-то зачем-то. Не нормально, я знаю, то, что туда пойду. Слушай, а может, где мы здесь сбоку от моего дома построим? Ну, ходит, ну, ходит. Ага.
А пошли прямо на видном месте. Знаешь, где мы обычно эксперименты центре, проводим? Ну да, вон там, перед деревней жителей. Да, там такая полянка удобная есть. Так, о, что кстати, снимать? Давай мне чуть часть материалов тогда. Посмотрим, что у тебя там есть. Слушай, я взяла стак, нормально хватит, там у меня куча всякой шерсти. Стак взяла только? Полно. Да, надо еще что-то? Ну ладно, не-не, я думаю, то, что хватит. Надо просто кресло такое большое построить, чтобы сразу он увидел его издалека прям. А, поняла. Ну если что, я сбегаю еще. Сейчас, смотри, что сделаем. Разметим. Раз, два, три, четыре. Смотри, вот это 5 в ширину, но не совсем так. Смотри, как мы сделаем. Короче, вот здесь типа рукоятка кресла. Да. Вот, а вот здесь подними вот так вот... Как сказать, заднюю спинку и дай мне кресло пока что. 3 штучки. Вот. Так, пока тишина, его нигде нет. Так, ага. Смотри, я кресло ставлю вот таким образом. И получается... Так, давай-давай, еще поднимай. Сколько у тебя еще осталось? У меня 23. 23? Не-не, все хорош, не поднимай больше, это очень высоко. Так, сейчас я... Опа. И слушай, смотри, можно либо еще доставить вот так, один блок боковинки пропустить. Немножко. Да, боковинки один блок, чтобы остался сверху, можно поставить. И я думаю, то, что хватит. О, слушай, смотри, я стал синим, короче, сам. Так, можно гигантское кресло какого-то демутанта настоящего. Так, и да, и с другой стороны. Сейчас так, траву все уберем. Опа, все пошло. О, смотри, вообще четко получилось. Трон, целый трон. Идет, давай станем этим сундуком. Все, я сундук. Смотри, идет, и он заинтересовался. Отлично. Пока смотрит почему-то на нас с тобой. О! Йоу! Уснул! Лецко, он уснул! Смотри, пошли погоди! Скорее, жители, погоди! Че будет эти? Ой! А че будет эти вот так? Он не видит! Видишь, что я коробку снял, он нас больше не замечает. Да. Че, Леска, я предлагаю заканчивать эксперимент на этом. Давай. Правда, нам теперь нужно это кресло поднять и увезти куда-то на этом кресле его. Слушай, капец, надо какой-то кран вызывать. Да. Друзья, ну что же, вот такой сегодня у нас получился безумный эксперимент, как по мне сегодня. Мне сегодня понравилась больше всего концовка, это реально круто было. Идея с тем, чтобы построить кресло, это было действительно круто, друзья. Да что это такое-то? Ладно, пока мы тут не оглохли, друзья, на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике, и всем пока-пока. Пока-пока.